обязательно белый верх, черный низ. А сразу вопросик, кто тут не женат? Чё-то рожки у вас какие-то недовольные. Работка-то, видимо, так себе. Так, давайте сразу расставим все точки над «и». Спать на работе я ни с кем не собираюсь. Больше. Так, ну чё, во сколько обед? Так, ну чё, когда корпоратив? Так, от кого тут потярой прёт? Евгения, а не могли бы вы... Ой, ну началось. Не нужно. О! Ага. Извините, это мой... Да что вы все... Опа! Как бумаги много! Как бумаги много! Коллеги, приятно познакомиться. А я шоколадки к чаю купила. А кто шоколадки не ест, вот кокаин. Ой, нет, дочь, он мне вообще не понравился. Худенький, дохленький, не-не-не-не. Нам другой паренек нужен. Да хоть бы какой. Ну и что, что не зарабатывает? Ну и что, что бьет? Ничего страшного. Главное, чтобы мужик в доме был. Вон какая дылда вымахала, а все за старое. Для меня ты всегда будешь маленькой. Да вы меня скоро в гроб загоните. Я еще вас всех переживу. О, замечательно, пьянющая притащилась. А вам не рано, мадам? О, замечательно, пьянющая притащилась. А маму позвать? А зачем тебе лифчик? У тебя же груди нет. А зачем тебе лифчик? У тебя же груди нет. Жень, мне кажется, я еще пьяная. А мы сейчас в каком городе? А помнишь, на вечеринке вчера Андрей был? Он там все обливал. Потом блевотину свою съел. И что, я обоссался? Фу! А с кем там переспала? С Андреем. Хороший парень. Руки у него вроде есть. Слушай, Ирка на нас не обиделась. А давай мы прямо сейчас ей позвоним и спросим. Алло, Ир, привет. А, да, все, ладно, хорошо, да, давай, пока, целую. Все, говорит, сейчас нож из бочины вытащит, и она на нас в полицию заявит. Ой, на вижных вод водит. А я тебе говорила, не надо смешивать. Я вот вчера одну водку пила, и сейчас как стеклышко. Сейчас тебе водички принесу. Фу! Ножки, кажись, отказали. Ну а в школу ты для чего ходишь? Все тебе приходится объяснять. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Но тебе что, сложно матери объяснить? Можно хоть немножко посерьезнее. А кто это у нас тут такая серьезная тетенька? Это что такое? А ну выброси каку. А это ты куда понесла? На место поставь. Будь твоя воля, ты бы все выбросила. А ну-ка прочитай, что здесь большими буквами написано. А ну-ка прочитай, что здесь маленькими буквами написано. Пока все не доешь, из-за стола не выйдешь. Так, а может хватит жрать уже? Слушай, а может мы на работу устроимся? Может нам еще родителям долги вернуть? А давай продадим все, что дома не нужно. Это можно магнитофон, кассеты, батю. Нет, что мамк заметит. Давай тогда магнитофон не будем продавать. Магнитофон не будем. Я, кажется, знаю, как срубить реального бабла. Надо делать закладки. Смотри, у меня вот такая закладочка получилась. А у меня вот такая. А давай мы будем попрошайками. Но это же унизительно. Подпишись на нашу страничку и на страничку всех спонсоров. А давай сядем возле бесплатных туалетов и деньги за вход брать будем. Папа, стоп! С тебя 30 рублей. Ты что, пиздюк? А ну пошел вон отсюда. Вы сейчас как дам по шее. Так, этого вонючего батю точно продать надо. Слушай, а ты знаешь, что в Японии люди грязные трусы за большущие деньги покупают? Фу. О, Кать, дай попить. Не надо, спасибо. Кать, смотри, какой парень! Жень, я долго думал и решил, что нам надо расстаться. Стоп!
Да, Ирина Петровна, вызывали? Вызывала. Евгения Викторовна, вы знаете, у нас сейчас очень сложный период. Приходится избавляться от самых слабых кадров. К сожалению, мне придется вас... Хорошо, что вы пришли. Вы знаете, ваша Женя, она просто неуправляема. Она каждый божий день дерется с мать. Я же говорю, мы там в саду все решили. Петя мой муж, Даша мой второй муж. Это если мне Петя разонравится. Этот дурак постоянно мои линейки и резинки по всему классу разбрасывает и обзывается. Все мальчики дураки. Да блин, я не знаю, они мне оба нравятся. Но Андрей лучше целуется. Блин, не знаю, Артем недостаточно высокий. У Коли зубы недостаточно ровные. У Олега мне имя не нравится. Олег. Ой, да я и не переживаю, я пока для себя живу. Я еще успею и замуж выйти, и детей родить. Я же говорю, все в порядке, не трогайте меня. Да хоть какого-нибудь, мне вообще не важно. Муж объелся груш, нахрен он мне вообще нужен? Там от мужика одно слово осталось. И вообще я на развод подала. Кать, ну в смысле у тебя нет парней, а вот этот, кто, Шовчик? Почему Шовчик? Да он так напился и разошелся. А этот, это котопес. И вашим, и нашим. А это тогда кто? А это муравей. Очень много на себя берет. Ой, нет, это точно не вариант. Почему? Это Вайн. Ну, минутка. А, это ничего страшного, у меня вообще сторис был. Ленин. К нему очередь. Это садовник. Почему? Да мы с ним по трассе ехали, а вот все, я тебя высажу, я тебя сейчас высажу. Ой, а этот классный листочек. Почему? Так он так смешно с дерева упал. А потом пожелтел. О, а это кто? А это турист. Ну, он все время, а сейчас куда? Это кто такой? О, это Брэдли Купер. А почему Брэдли Купер? Да не знаю, просто подписался на человека. Он в кино снимается, интересный. Самса. Почему самса? Да не знаю. Нравится он прям сильно. А давай ему позвоним. Или пожрем просто. Да.